Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим булочки, и как они в виде шишек будут, которые готовят в Украине для свадьбы. Для этого нам надо 340 грамм муки, сахару 140, маргарин или масло, у меня масло сливочное 110 грамм, молоко 100 грамм, 3 яйца, ванилина пачечка, дрожжи 50 грамм и разрыхлитель теста. Сейчас мы яйца растерем с сахаром, масло растопим, молоко немножко подогреем и дрожжи распустим в теплом молоке и замесим тесто. Муку мы просеем. Итак, муку мы просеяли. Высыпаем сюда пачечку ванилина, разрыхлитель теста. Так, дрожжи у нас распустились. К дрожжам мы добавляем наши яйца с сахаром, просто перемешанные. Я их не взбивала. У кого есть желание, можете их взбить. Так, и у нас еще масло сливочное растопленное. Помешаем это все и добавим сюда же масло. Еще наше растопленное. И сейчас мы вымешаем тесто. Выливаем всю нашу смесь и замешиваем тесто. Хорошо вымешать надо. И теперь будем поставим, чтобы она хорошо подошла. Подошло наше тесто. Потом мы добавим еще немного муки. Ну а пока на этом этапе все. Пускай тесточка подходит. И вот тесто уже начало подходить. И вот теперь мы добавляем еще 200 грамм муки. И в итоге получается у нас 540 грамм. Это уже вымерено точно по всем граммам. Вот теперь мы уже вымешиваем тесто, которое будет у нас уже на наши булочки шишки. Оно тесто густое, но чтобы оно хорошо подошло, поэтому мы замешиваем в два захода. Два захода. Вот такое тесточко получается. И сейчас еще мы ставим его, пускай подходит. Еще. И вот наше тесто хорошо подошло. Видите, какое оно красивое. И сейчас мы, значит, я сделаю по весу, сколько у нас будет таких булочек. И будем выготавливать их булочки шишки. Можно их побольше делать. Вообще-то это такие большие булки, их вот на 10 штук вот эта закладка идет. Ну, я сделаю поменьше, значит, у меня будет поменьше их. Ну, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У меня получилось 16 штук. Что дальше я делаю? Значит, дальше я раскатываю. Тесто. И разравниваю.
Так, с одного края я ножичком прорезаю. Прорезаю. Смотрите, как. Так. А теперь я закручиваю, но не придавливаю сильно, а? Так, это легонечко закручиваю, не сдавливая. И можно здесь защипить, если хорошо будет держаться, как наше тесто. Или вот такие получаются. И вот я уже заканчиваю делать наши булочки, шишечки. Закладка очень точная. Я все взвешивала на электронных весах, так что все получается очень точно. Тесто здесь мы уже больше муки не подмешиваем, уже не делаем ее с мукой. И вот здесь вот, видите, как я завернула и защипнула. Это уже последняя наша шишечка, оставим ее. Сейчас немножечко подойдет, я ставлю в духовочку нагретую где-то до 180-190 градусов на 20 минут. И вот мы достали наши булочки, шишечки из духовочки. Значит, я держала их 10 минут на 190 градусов и 10 минут на 150 градусов. Приятного аппетита и удачи вам!